Вместо отдыха на каникулах – тренировки со спецподразделениями, рейды с патрульно-постовой службой и посещение неблагополучных семей. В Министерстве внутренних дел Почувашии завершилась всероссийская акция «Студенческий десант», которая дает возможность молодым попробовать себя в роли сотрудника внутренних органов. О том, что эта служба и опасна, и трудна, молодые люди знали скорее из песни. Теперь они убедились в этом лично и смогли добавить. Еще и интересно. За несколько дней участники акции «Студенческий десант» попробовали себя в различных направлениях работы Министерства внутренних дел. Так одно из занятий прошло в кинологическом центре. В кинологической службе мне больше всего запомнилось... Такая особенность, то, что не только большие собаки у них в вольерах содержатся, но и маленькие, небольшие породы. Я думал, что в кинологической службе только громадные собаки такие, которых боятся преступники, которые за ними бегают, ну, как по фильмам. Что из себя представляет система «Безопасный город»? Студентам рассказали, или точнее показали, в центре управления нарядами. Находясь в центре Чебоксар, сотрудники смогли разглядеть рыбака у проруби возле поселка Сосновка на левом берегу Волги. Его увеличивают до невероятных размеров. И просто уже вот перед тобой на таком огромнейшем экране сидит этот рыбак с удочкой и даже не подозревает, что за ним смотрят камеры безопасного города. Ребята тренировались и сдавали нормативы по физической подготовке вместе со спецподразделением «Гром». Оказывали первую помощь, ходили в рейды, наблюдали за работой криминалистического центра. Самое интересное, что меня это удивило, есть весы, которые измеряют вес наркотических веществ до 5-6 знака после запятой. Это, можно сказать, просто воздух. Первый день мы пошли на рейд с сотрудником по делам несовершеннолетних. Было очень интересно, но печаль только то, что дети не осознают того, что они делают. Потом они об этом будут, конечно, жалеть. Сейчас эти студенты вернутся к учебе, ну а результаты прошлогодней акции таковы. После окончания вуза несколько человек пришли работать в МВД. Ольга Пырочкина, Расиль Мухаметов, Республика.